представляем на ярмарку компанию «Домашняя снедь». Производим натуральные продукты. У нас своя ферма в Калужской области. В этом году был большой интерес к нашим товарам. Среди наших товаров было особенно популярно продукты премиум-класса, различные отрубы, куски, рибаи, стейки. Молочные продукты пользуются большим спросом всегда. Так как мы интересуемся именно здоровым питанием и хотим привлекать людей, которые хотят наладить свою жизнь за счет хороших продуктов, чистых, без ГМО, без химии, то нам было очень интересно встретиться с нашими потенциальными покупателями лицом к лицу, так сказать. Не в магазине, а в живой, свободном общении. Нам очень понравилось участвовать в ярмарке «Пир». Мы в этом году первый раз участвуем, но я думаю, что мы с удовольствием будем принимать участие в дальнейшем, и в ближайшей же ярмарке обязательно снова покажем свои продукты.